Добрый день, уважаемые участники столь важного и нужного мероприятия. Важного не только для системы образования, но и для развития государства, для формирования нового общества и перспектив развития нашей страны. Не случайно дошкольное образование является самым важным элементом системы образования, поскольку именно здесь мы с вами формируем первую ступень входа в институт образования, в социальный институт образования. Насколько успешен будет этот первый шаг, во многом зависит и жизненное благополучие общества, ребенка и, по сути дела, развитие государства. Говоря о Российской Федерации, мы можем с вами четко заметить, что в последнее время позиция России укрепилась в международном сообществе. Об этом нам свидетельствуют и показатели международных сопоставительных исследований, и экспертных оценок. Говоря о системе дошкольного образования, мы можем с вами сказать, что наблюдается рост интереса к системе дошкольного образования. Причем не только в России, но и за рубежом. Россия как международный лидер в научных школах по дошкольному образованию должна стать действительно страной, которая определяет ключевые тренды в развитии. Говоря о системе дошкольного образования, мы можем с вами отметить, что рост интереса приводит к тому, что растут ожидания, требования к системе. А это, в свою очередь, приводит к расширению и изменению форм и способов получения дошкольного образования. В нашей стране активно развивается негосударственный сектор, изменяются формы и способы дошкольного образования, и это, в свою очередь, определяет роль общества. Роль общества меняется. Общество из заказчика переходит в активного участника образовательного процесса и, по сути дела, участвует в оценках среды и результативности. Сегодня передо мной выступал докладчик очень эмоционально по качеству образования, поскольку этот вопрос является очень и очень важным. Именно качество образования определяет позицию нашей страны в международном сообществе. Говоря о вовлеченности общества, мы понимаем с вами, что вот эти новые требования определяют необходимость интеграции систем. Ресурсы дошкольного образования, дополнительного образования, взаимодействие между собой формируют новую среду. Идет формирование сетевых сообществ. И, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что это новые вызовы, на которые либо мы отвечаем, либо мы имеем упущенные выгоды, которые могут быть трансформированы в условиях непосредственно развития дошкольного образования. Говоря о дошкольном образовании, надо сказать, что важный аспект – это инвестиции. Ни одна из систем не дает такой эффект отдачи, как дошкольное образование. Именно вкладывание в дошкольное образование, инвестиции в дошкольное образование позволяют нам получить огромный эффект на последующих этапах развития. Причин тому множество. Именно дошкольное образование формирует условия или определяет уровень развития, детского развития, которое оказывает влияние на успешность взрослого человека. Именно то, что формируется в дошкольном образовании, во многом не может быть скорректировано далее. И когда мы говорим с вами о дошкольном образовании, инвестициях, капиталовложениях, мы понимаем, да, в настоящее время по расходам бюджетным мы имеем вторую позицию, но важнее, наверное, не только сколько выделяется средств, а эффективность расходования и перераспределение внутри системы. Говоря о системе дошкольного образования, мы также с вами и выделяем еще одну особенность. Дело в том, что дошкольное образование имеет очень серьезные ресурсы. И понимание вклада дошкольного образования в целом в развитие страны имеет очень большое значение, поскольку мы с вами, то есть дошкольное образование в России, это практически 50% педагогических работников. Огромная сила.
По количеству организаций, по числу организаций, это тоже практически половина. То есть дошкольное образование, обладая огромными финансовыми, человеческими, организационными ресурсами, влияет, может влиять и должно влиять на принимаемое решение. Если мы говорим о воспитанниках и возьмем численность населения нашей страны, то на воспитанников приходится практически 5% населения. То есть, по сути дела, вы, сидящие здесь, те, кто находится на своих рабочих местах в настоящее время, формируют действительно будущее. Говоря о дошкольном образовании в России, мы можем также с вами выделить и очень важный аспект. Этот аспект связан с тем, что, безусловно, мир меняется. Меняетесь вы, меняются дети, меняются родители, меняется пространство. Учитываем ли мы то, что изменяется? Насколько мы соответствуем этим изменениям? И, конечно, в системе дошкольного образования сформировалось множество проблем и противоречий. Причем противоречия накапливались годами. Безусловно, важно определить статус, позицию и преемственность в системе дошкольного образования. То, что сделано в дошкольном образовании, как используется в системе общего образования, школьного образования. Как накопленный этап, вариант и традиции используются, поддерживаются в дальнейших системах. Безусловно, важный аспект, на который надо обратить внимание, это эффективность управления, управленческих решений и финансирования. Но, пожалуй, важнейшим вопросом является развитие фундаментальной науки. Дети изменились. Изменяются и родители, изменяется и среда. И, конечно, мы понимаем с вами, что нам не хватает научных заделов, которые могли бы нам помочь в реализации ключевых аспектов развития. Ну и, наконец, еще одна проблема, о которой уже сегодня говорилось, это территориальная диспропорция. Мы живем с вами в период территориальной диспропорции развития в регионах. То есть, с одной стороны, социально-экономические условия, конечно, должны учитываться, конечно, должны влиять на специфику образовательных систем в дошкольном образовании. С другой стороны, такой большой дисбаланс и разрыв ставит очень серьезные задачи по применимости управленческих решений. И, конечно же, выделяя проблемы и выделяя поставленные задачи, мы понимаем, что не случайно в указе президента, в майском указе президента, на первое место, а об этом сегодня уже говорили, поставлена задача, вектор развития, воспитание личности, гармонично развитой, социально ответственной. Ответственной перед кем? Перед самим собой, перед обществом, перед своей семьей, на основе как раз духовно-нравственных ценностей. Опять же, об этом сегодня говорилось. И только тогда, когда мы воспитаем с вами гражданина страны, воспитаем личность, мы с вами можем получить конкурентоспособное государство. Государство, которое может конкурировать, которое может предлагать новые подходы, формировать новые традиции в системе дошкольного образования. Говоря о развитии дошкольного образования, надо вспомнить, что у нас с вами старейшие научные школы, которые формируют ключевые позиции в системе дошкольного образования. Говоря о дошкольном образовании, мы должны с вами вспомнить еще об одной вещи. Дело в том, что именно дошкольное образование формирует человеческий капитал будущего. А ведь дети, которые вошли в нашу систему, через 16-18 лет это будущее и будут строить, мы понимаем с вами, что возникает очень серьезный вопрос, связанный с влиянием дошкольного образования на систему в целом образовательную Российской Федерации. И в этой связи векторы развития, о которых говорилось ранее, они предполагают новые методы обучения и воспитания, новые образовательные технологии, обновление содержания и внедрение адаптивных, практикоориентированных, но, пожалуй, самое главное, гибких образовательных программ. Современная образовательная среда немыслима, а уже передо мной докладчики говорили, немыслима без цифровых технологий. Но именно безопасность образовательной среды
защищенность образовательной среды и понимание специфики, особенностей психолога, педагогических особенностей работы с детьми в этих условиях, конечно, определяют три ключевых столпа. Это, конечно, качество, это индивидуальность или гибкость, и это доступность. Говоря о дошкольном образовании, мы с вами прекрасно также и понимаем еще одну очень важную вещь. Да, ключевыми точками будущего развития являются раннее развитие детей. Это то, на чем делают сейчас ставку практически все развитые страны мира. Безусловно, раннее развитие требует от педагогического сообщества умений работать с этим контингентом, технологий. И, безусловно, очень важной контрольной точкой является и развитие систем работы с родителями, которые должны понимать, осознавать, что делается, для чего и какие результаты будут получены. Еще одна ключевая точка, кроме раннего развития, кроме работы с родителями, это поддержка и развитие талантов. Дело в том, что развитие талантов и способностей – это тема, которая была начата давным-давно в Российской Федерации. И мы видим здесь с вами ключевой разрыв. Система дополнительного образования вырвалась вперед, предлагает новые виды, формы, кванториумы. А мы с вами имеем небольшое отставание, и это требует, конечно, сетевого взаимодействия. Ну и говоря о контрольных точках, нельзя не сказать о педагогическом сообществе. Вы все прекрасно знаете, что в настоящее время здесь, сейчас идет формирование национальной системы учительского роста. Но вы прекрасно понимаете, что это будет в качестве откликов и на педагогический контингент, который работает в дошкольном образовании. Все это приводит к тому, что есть необходимость сопровождающих и поддерживающих программ для педагога, программ входа в педагогическую деятельность. И, конечно, говоря о дошкольном образовании, мы с вами прекрасно понимаем, что в настоящее время мы находимся на точке изменений. Меняется среда, меняется педагогическая профессия, меняются образовательные программы. И в этих условиях те задачи, которые стоят перед системой дошкольного образования, они, конечно, глобальны, они, конечно, амбициозны. Но без этих амбиций двигаться вперед наша с вами страна не может. Кто же может помочь в развитии? Безусловно, дошкольное образование. То, что закладывается в дошкольном образовании, даст эффекты для развития в общем школьном образовании, профессиональном образовании и, по сути дела, в успешности человека будущего. А это значит, все, что делаете вы, все, что формируется здесь и сейчас, закладывает основы для будущего нашей страны, для общества, с которым мы с вами будем жить. И от того, какое будет общество, во многом зависит те принятые решения управленческие и те правильные механизмы, способы содержания и так далее, о котором я уже говорила ранее. Зависит успешность нас всех, вас и тех, кто приходит в систему дошкольного образования. Подводя итоги, я хочу поздравить вас с наступающим сентябрьским днем, замечательным праздником. Скоро у нас будет 1 сентября. И пожелать вам успехов, пожелать вам свершений и, конечно же, удачи в очень сложном деле. Деле, связанном с формированием будущего нашего государства. Спасибо большое.